Томат японка относится к индетерминантным сортам, высота растения – до 2 метров. Требует посынкования, нуждается в качественной подвязке. Формирует растения в один либо в два стебля. Предназначен для выращивания в теплице. В южных регионах неплохо будет чувствовать себя в открытом грунте. По срокам созревания томат японка относится к среднеспелым сортам. Кисть простая, в ней может быть до 5 томатов. Плоды очень красивой сердцевидной формы с острым носиком, средний их вес – около 300 грамм. В полной зрелости мясистые помидоры имеют красивый малиново-красный цвет и удивительный сладкий вкус. Содержание сахаров высокое. Кожица у плодов тонкая, поэтому они очень вкусны в салатах. Из них можно готовить томатную пасту, соусы, соки, различные заготовки.